Ребята, мы должны сделать что-то. Когда? Когда-нибудь, ведь это нам даст кое-что. Точно! Я вспомнил то, о чем вы не знаете. VAD Multigaming представляет ежегодное собрание тунеядства и труда. Ну что, дорогие товарищи, всем здравствуйте. Как видите, с прошлого года мы обновили офис. Вы явно свои аватарки не обновляли. А, и так сойдет. Я теперь король, вы все плебеи. Класс. Итак, у нас очередная подготовка к стриму. Я готов выслушать ваши варианты. Первым мы выслушаем Романа. Роман? Слушай, мне сейчас в туалет надо выйти. Можно на минутку? Стану почему-то прям перед выступлением, нужно прям срочно выйти. Ну ладно, выходи. 8 ебучих часов спустя. Так, ну судя по всему, товарищ Роман куда-то слезнул. Мы остались с тобой вдвоем. Дэн, слушаю вас. Дэн. Дэн, ты спишь, что ли? Сейчас, секунду. Вы не правы. Jesus. Мне пришла идея. Я знаю, как сделать стрим еще лучше. Ладно, давай, валяй. Нам нужен розыгрыш. Господи, тебе прошлого года было мало? Ебой! Я босс ситуации, понял? Я тебе гарантирую, этот стрим будет в 100 раз лучше, чем тот. Так, ну явная идея хорошая. Ну, ты анонс... Помнишь наше старое правило? Анонс делаешь до начала розыгрыша. Да, конечно. Шел пятый день интенсивных раздумий. Мозг, здорово. Чё, какие у нас сегодня идеи? На пас! Лавандос! Пачка папирос! Прощи, чтоб у вас не оброс! Я не абсурд, получи випни скорее на мой главный вопрос! Яйца болят! Что я хотел? Тяжкие дни меня тяготят! Я лицо на грусть, мою гряда грусть! 12 to 6 weeks later. Слушай, Мосс, ну мы, может, что-нибудь придумаем, ё-моё! Years later. Нет, Лебовский, блять, ты заебал, я тебе сейчас... The thing goes grrrra! Па-па-ка-ка-ка! Скиви-ки-па-па! And a пу-пу-пу-пу-пум! Ски-я! Ну, теперь, я думаю, можем начать. 3 медали, 3 победы. Зачем еще раз слово «три», когда можно это обойти? Как удобно. 3-е место получает Стартрек, АВП Мартиз. Бронза вздесь. Браво, по-мужски! За 2-е место получаешь аттракцион невиданных чудес. Игра на выбор до 2000. Не долларов, а рублей. Вау! Ну а кинг-сайз подарок под елку хочешь получить? Иди. Аккуратнее с языком, молодой человек. Тогда за 1-е место нож заморский получи. Не может быть. Будешь перед пацанами понтоваться. Какие здесь же классные клинки. Конец бедной жизни, нахуй. Вопрос возникнет у тебя. А какой именно нож вы нашли? Об этом скажем позже. Так что пока... Не бузи. Тебя там чем накормили-то, зайка, мальчик мой? Спалят, чувак, так нельзя. Не, братан, ты мне надоел, все. Условия будут теперь по моим контролям. Итак, для условий участия в розыгрыше вам нужно зайти в группу нашу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Подписаться на наш канал. Это обязательно условие, иначе вообще не будете участвовать. 3. Сделать репост этой записи о розыгрыше. А самое главное, изменение в этом году. Репост добавить ссылку на свой канал на ютубе. Также должно быть открыть подписки. Если вы, противные ребята, не соблюдаете хоть одного правила, и ваша страница является фейком, розыгрыш будет проведен заново. Да, мы жесткие. Дата стрима планируется 4 января. О дальнейших событиях розыгрыша вы узнаете из нашей группы ВКонтакте. Так что подписывайся на наш канал, подписывайся на нашу группу ВКонтакте. И оставайся красавчик или красавица, если вы смотрите нас.
Просто охуенно, заебись, гениально, лучше не видел, блять, да это же лучшее, что могло прийти в голову человеку. По-моему, это как-то не то. Я на такое говно не подписывался.